Мультяшный кот появился прямо перед тобой, но ты можешь убежать от него. Чтобы это сделать, успевай поставить лайк за 3 секунды. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Гост, и мы продолжаем охотиться на различных паранормальных существ в GTA 5. И сегодня мы отправимся в новое место для того, чтобы провести наши поиски. Ну что ж, ребята, в самом начале этого ролика я хочу, конечно же, попросить вас не забывать ставить лайки. Давайте прямо сейчас сделаем себе защиту от монстров. Для этого всего лишь нужно успеть поставить лайк под этим роликом. Если ты уже это сделал, то ты настоящий красавчик. Но если вдруг еще нет, то ставь его прямо сейчас! Конечно же, не забывай подписываться на канал, чтобы вступить в нашу семью призраков, и обязательно нажимай на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Ну что ж, ребята, давайте будем уже усаживаться в нашу машину и потихонечку отправляться. Сразу же желаю всем приятного аппетита, кто сейчас кушает или попивает чаечек. Рассказывайте там в комментариях, как у вас дела и чем вы занимались в последнее время. И, в общем-то, ребята, хотел спросить у вас в комментариях, каких монстров вы хотите, чтобы я отыскал. Давайте прямо сейчас напишите название своего самого любимого монстра, вот просто его имя, и я постараюсь его отыскать в GTA-шке 5. Неважно, кто это, клоун Пеннивайз, Сиреноголовый или кто-то еще, просто, ребята, пишите, я обязательно прочту и постараюсь устроить охоту на этого монстра, может быть, даже что-нибудь получится. Место, которое нам сегодня с вами нужно будет проверить, находится здесь. Посмотрите на этот небольшой спуск. Кажется, как будто это спуск в метро, ребята, но нет. Это секретная секция метро, которая так-то является технической. Именно сюда нам и нужно с вами попасть. Здесь висит камера, которая, я думаю, ребята, давно не работает. Говорят, что где-то в этой области у нас появился какой-то новый монстр. Давайте осмотрим территорию здесь рядом. Быть может, найдем какие-нибудь зацепки. Я не знаю, там может труп чей-то или еще что-то в этом роде. Да нет, вроде все спокойно, да? Хорошо, наверх поднимемся на всякий случай, проверим, что у нас здесь. Здесь тоже все нормально. Ладно, видимо, дорога у нас только одна, спускаться вниз. Ох, приготовлю на всякий случай сразу же дробовик с фонариком, для того, чтобы, если что, сразу же атаковать. О, блин! Тихо! Тихо, тихо, тихо! Ребята, вы это видели? Вот черт! Ребят, это был мультяшный кот, блин! Он за мной побежал! Так, и чё, где мне его сейчас ждать? Он где-то здесь появится? О, нет. О, нет, о, нет, о, нет, ребят, блин, это было жутко, господи. Как хорошо, что я обернулся и сразу же зашел. Так, ладно, давайте осмотрим это место. Здесь у нас как будто какой-то гараж, но, как я говорил, это техническая часть метро, только у нас тут стоит тачка, которая придавила чувака. В принципе, такого ничего интересного я не вижу. О, запрещенные вещества здесь у нас есть. Ну и кроме этого, ничего нет. Ладно, у нас здесь следующая дверь, давайте будем проходить в нее. А, здесь куда-то дальше проход в какую-то дверь, хорошо. О, блин! Тихо! Тихо, тихо! Ребят, ребят, вы это видели? Он опять тут! Как он так быстро за мной прошел? Окей, окей, ребята. Эта комната мне уже не нравится, блин, куда мы заходим? Здесь вы посмотрите просто, что у нас происходит. Здесь лежит какая-то оторванная рука и весь пол просто забрызган. Вы сами это видите. Ладно, хорошо. Какая-то клетка. Слушай, а быть может где-нибудь здесь у нас и находился мультяшный кот? А этот чувак его случайно открыл. Ух ты, блин. Это интересно, ребята, предположение, на мой взгляд. Только что здесь мог делать мультяшный кот, настолько опасный SCP? Как он мог находиться в таком месте? Ой, ребят, много теорий можно предположить, если честно. Но не знаю, правильны ли они будут. Какая-то маска здесь у нас на стенке, и в целом ничего. Дверь дальше. О! Что? Это чё, блин? Чё за фигня? Он по мне стреляет, эй! Получи нафиг! Тут какие-то парни с пушками. Надо их нафиг разобрать сейчас. Отлично. И второго тоже вот так. О, блин! Чё за фигня? Почему они ломаются? Что? Ребят, плиты ломаются. Походу, как они постреляли, одна из плит сломалась. А какие еще? Здесь у нас ломаются. Ага, блин! Нифига себе! Вот эта ловушка, вы посмотрите просто. Мы только что могли, ребята, упасть с вами вниз, и больше бы мы сюда вообще никогда не вернулись. Мы бы с вами точно погибли. Там какой-то челик сверху. Это кто? Эй! Спускайся вниз! Давай в него кинем бомбу-липучку. На тебе! А, вот так упал! Упал, 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 смотри! Чего у него с головой? Офигеть, блин, ловить еще раз туда.
А, мы что-то... А, я думал, он... мы у него руку оторвали. Нет, нифига подобного. Там еще кто-то просто лежит. Так, сейчас нам, видимо, нужно, ребят, подняться вот сюда вверх, по этим блокам. Да, здесь лестница. Главное вниз отсюда не свалиться, потому что, боюсь, разобьюсь точно насмерть, ребят. Спокойненько проходим. Здесь у нас какой-то монстр, посмотрите. Я его сначала вообще не обнаружил, когда сюда поднялся. Так, главное никак не застрять. Посмотрите, какой он жуткий, просто офигеть. Что это вообще такое? Это что-то типа Йетти или как? А, блин! Нифига, я его как заметил только сейчас! Так давай сюда! Перелазим, ребят! Это Cartoon Cat, блин! Мультяшный кэт, ребят! Мультяшный кот, да. Вот он стоит прямо перед нами! Офигеть, чё ты там танцуешь? Чего, блин? И что с ним делать? Что это вообще за место такое? Тут есть куда-то проход, кстати, ребят. Я его здесь на этой штуке не одолел, меня убьет нафиг. Тут такое закрытое помещение и вниз просто сбросит. Что делать-то, блин? Походу, ребята, нужно продвигаться дальше по маркеру. У нас тут какие-то вещи, офигеть, оружие. Какие-то дорогие картины. Посмотрите, какая-то целая коллекция. И все, прохода больше нет. Может, через него попробовать куда-то пройти? Так, ладно, где мы? Что за место? Спокойненько. А, это завод! Это завод, ребята, это завод! И что мы тут... Что мы теперь здесь делаем вообще? Как эти места связаны между собой? Чего, блин? Мне не нравится это место, честно говоря. Хотя я знаю, это одно местечко, где можно спрятаться будет. Давайте-ка мы сейчас это сделаем. Я, ребята, уже понимаю, что скоро придет мультяшный кот. И просто атакует меня, 100%. Вот хорошая нычка для того, чтобы просто скрыться от него. Ой, главное, чтобы он меня сейчас не почуял, не пришел именно сюда. Ребята, оглядываемся всегда по сторонам, просто назад, вперед, везде смотрим. Он может быть в любом месте, он постоянно появляется где-то рядом с нами. Вроде так его, в принципе, не видно. О, нет. Погоди, мне кажется, я его слышу. Ай, где-то там, что ли? Главное, чтобы он сейчас сверху, он у нас не прилетел откуда-то. Что тут лаки-блоки, кстати, делают? Офигеть. Вы видели это вообще? А, тихо, тихо, Амон, Амон появился. Блин, он близко! Капец, как он близко! Ребят, он тут где-то! Тихо! Ой-ой-ой, если он сейчас на меня тут нападет, это будет очень плохо. Так, ребят, спрячемся пока от него, он пусть разбирается с копами. Только что-то мне подсказывает, что мультяшный кот точно всех тут разберет. И вертолеты, и машины, и танки, вообще всех, блин! Ай-яй-яй! Он, походу, меня почуял. Он, походу, идет ко мне. Так, спокойненько. Вот, нет, это чу... А, блин, это ОМОНовец. Я сейчас на ОМОНовца стрельнул. Где Cartoon Cat? Вот он! Мультяшный Кэт, ребята, пришел! Офигеть, блин, ладно. Помогаем, короче, военным отстреливать его. А-а-а, блин. Вот это очень, ребята, нехорошо. Он нас тут вполне себе может спокойно разобрать. Хотя есть несколько нычек, в которых можно попробовать спрятаться. А и он за мной бежит. Ребят, бежим. Бежим. Прячемся. Блин, тихо, офигеть. А-а-а, капец. Офигеть, что это только что было? Так, получай, блин! Мультяшный кот, получай! Вон он упал! Ай-яй-яй, все, он сейчас снова побежит за мной! Ребята, надо спрятаться от него быстрее, блин! Куда? Ай-яй-яй, он прям тут! Оу, капец, какой у него сильный удар! Так, давай сюда забегаем, наверх поднимаемся. Хватит своими лапами меня бить уже! Гребаный кот, блин! Какие у него сильные атаки! Ай, пока тачку не кинул. Надо спрятаться, пока тачку не кинул в меня. Так, хорошо, вроде не кинул. О! Бежит! Бежит вот сюда! Так, отличненько, куда он пробегает? А, нет, он сюда бежит обратно! Капец, какие у него длинные, ребята, просто длинные лапы, которыми он меня атакует! На тебе! Вот так! А что, сюда не можешь забраться, да? О, капец, он тупой, вы посмотрите просто, тачку пытается взять. Оу, не получилось, да? Просто держим его. Хватит кидаться в меня, всякими предметами, нет, он залетел, блин! О, нет! Бежим! Ох, он спрыгнул вниз. Хорошо. Я думал, что все, уже кранты. Оу, блин, да как он это делает? Что за фигня? Он меня продолжает стрелять. Ай-яй-яй. На тебе. Тихо, мультяшный кот. Отсюда, блин. Офигеть, что он делает, ребят, просто. Давненько не было таких боев у нас с вами. Это очень круто. Оу, вон все, его завалили. Ребята, все. Мультяшный кот повержен. Мы с ним разобрались при помощи военных. Чуваки, вы красавчики. Получайте. Вот так вот вам. И что у нас? Что, вертик висит? Да хватит уже. Вы по мне тоже стреляли, поэтому вот так. Вот эта веточка вам небольшая. Лови, блин. Хорошо. Ну что ж, ребята. В общем-то, вот такой сегодня у нас с вами был поединок. Я надеюсь, что он вам понравился. Если это так, не забудьте обязательно поставить прямо сейчас лайкос под этим роликом. Пишите, на каких монстров мне еще поохотиться в GTA 5. Ну и само собой, не забудьте
поставить лайкос, да, уже сказал, подписаться, чтобы вступить в семью призраков, и нажать на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Ребята, буду ждать вас обязательно на следующем видосе. Желаю всем удачи и, конечно же, до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока!